Магазин, в котором можно купить праздничное настроение. В преддверии Нового года продукция этой торговой точки на улице Кузнецова пользуется у покупателей особым спросом. В четверг сюда заглянули и сотрудники МЧС с профилактическим рейдом. Мы проводили рейд с целью довести до администрации объекта основные требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при хранении и реализации пиротехнических изделий. С целью для того, чтобы, если есть нарушения, указать на эти нарушения. Именно указать на нарушения, а потом проверить, устранены ли они, могут инспекторы. Если их требования предприниматели игнорируют, то повторный рейд состоится уже с участием прокуратуры. В этом магазине все в порядке. Помещение оборудовано специальной системой пожаротушения, огнетушителями, есть разрешительные документы на торговлю и сертификаты качества. Товар на складе, как и требуется, хранится в металлических ящиках. В зале салюты расположены за ограждением. Непосредственно перед Новым годом много народу здесь, в том числе и дети. То есть за каждым ребенком не уследишь, поэтому мы сделали ограждение. Но это, как правило, для детей, чтобы как бы они то есть со взрослыми приходили, и только взрослым в руки даем пиротехнику. Однако каждый год пиротехника каким-то образом попадает в руки детям. И это несмотря на то, что продажа подобной продукции лицам до 18 лет строго запрещена. Бывают такие случаи, что ожоги в основном. Бывали случаи у нас, что дети просто балуются, кому-то подкидывают петарды в карманы. Люди также получают травмы, дети. Также были случаи, человеку оторвало палец. Были случаи даже, что при использовании пиротехнических изделий вблизи жилых домов, они залетали на балконы, и тем самым были возгорания данных балконов, но жители находились дома, тем самым они это предотвратили возгорание. С 1 января 2016 года для объектов малого и среднего бизнеса объявлены надзорные каникулы. Проверки запрещены. А это значит, что продавать и кому продавать на совести предпринимателей. Ну а покупателям остается, как минимум, внимательно читать инструкцию. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.